I got no idea that. It's not there. Я же оборотень, но ты моя полицейка. Я так мечтаю о тебе. Уже каждый раз, когда сорву твою косточку. Но я плохой бог, Алина. Тебе не важно? Не хочешь этого со мной поговорить? Таким монстром, как я. Я тебя вижу, тебя и все слышу. Если ты не хочешь общаться со мной, лучше иди с людьми. Я пошутил. Я пошутил. Просто я сказал, что ты лучше всех. Ты лучше всех, как думаешь. Как ты вот считаешь, Алина? Это не хватит. Кроме людей, заставить их убивать. Это правда, Алина. Я чувствую эту силу, когда ночью все хуже и хуже. У меня так становится бедным. Я оборотень, конечно. Уже люблю тебя, Алина. Ты оборотениха. Ты должна оберегаться от вампиров. Они могут нас убить. И ты есть того, что захотела. Убежать от меня. Или ты пожертвуешь ради меня. Или ты умрешь с вампирами. Я пожертвую, Котя. Эй, ты что? Я еще не готов? Лена, почему ты меня обняла? Ты сказала, что ты больше не будешь меня кричать. Я спокойный, оборотень. Я очень спокойный. Я же знаю, что произошло с тобой. Ты мне очень ничего. Я хочу почувствовать твою энергию своей полной луны. Представь, мы с тобой будем как два чудовища в одно. Представь, это и не твоя заманка перед тобой. Если ты этого хочешь, я буду терпеть и стану. Тебе не нравятся проблемы? О, да-да-да, обо мне не станет. Алина, давай поговорим. У меня дневные дела.